Самые активные, творческие и инициативные молодые люди Десногорска собрались с местной администрацией 26 февраля. Повод более чем значимый – подведение итогов их участия и победы в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней прошлого года. Из-за особой эпидемиологической обстановки церемонию удалось провести только сейчас. Все вы, участвуя в конкурсах, стремитесь не только показать свои таланты, раскрыть свои способности, но и самое главное, через участие в этих конкурсах вы продвигаетесь в своем развитии. Опять же, из-за санитарных мер участников в прошлом году заявилось немного, но их было достаточно для того, чтобы показать достойные результаты в конкурсе «Открытие» «Славосозидателям», а также в проектах «Школы Росатома». Участие в конкурсах проекта «Школы Росатома» дает много возможностей побывать в самых разнообразных местах и получить очень много новых знаний. Дипломами и благодарственными письмами были награждены около 30 молодых людей. Это как школьники общеобразовательных учреждений, так и учащиеся Дома детского творчества.